Здравствуйте, большая страна, добро пожаловать в Ярославль, добро пожаловать на стадион «Шинник». Мы с вами на Мелбет первой лиги. Это тур номер 11, «Шинник», «Рубин». Жвакин из Ленинградской области, Попков из Петрозаводска. Момент. Да, неплохо было. Пытается разобраться, здорово получается у него. Это прострел, отдавать под удар и забивать надо. Ой, как же не попал здесь Вячеслав Зенков. Угол был совершенно свободен. Вступает в борьбу Дзагоев, штрафной. Удар будет, да, и штанга. Дзагоев не успевает, Иванов бил. Ну как технично, на опыте. Фомие летит, будет передача, да, получает мяч. Ганец, удар и спасает, Филиппов. Классная контратака, летящие вперед казанцы. Дзагоев протыкает защитника. Обе команды неудачно стартовали. У «Шинника» в 6 стартовых турах. Смотрим, удар, мяч в руках у Филиппова. Да, неплохо Кабутов, да. Поэтому есть момент, Гагапшев, удар в дальний, сантиметры. Прости меня, Сергей, не мог я не ворваться с этим моментом, потому что было очень опасно с левого края. Соколов там носком, да, Чекулишев вторым касанием. И катится мяч в ворота. Соколов, кажется, Соколов, да? Поздравляю, Игоря Соколов, будет повтор там. Было несколько попыток пробить. Трибуна неистовствует здесь сейчас. Аднан, Филиппов, молодец. Михаил надежно не стал ловить. Теперь Иванов, Аднан один, все, нет. Терпит Казань второе поражение в сезоне от Ярославля.